конечно, ничего. Ну что, попробуем, что нам принесли. Что нам тут принесли, я не знаю. Это все шпайзи, да? Что? Радок. Мама, уже что, тарелки берем? Говори. В очереди берем стоим. Тарелки. Держи. Находимся мы сегодня на таком небольшой вечеринке, типа пати. Вот, сидим мы с Марией. Алло. Вот, сегодня будет такое, как бы, морские продукты и плюс шоу. Мы заплатили за это по 15 соль. Вот такое сегодня будет представление. Так. Да, вот нам принесли. Ром. Ром. Да. Мне хватит. Ну что, пахнет уже грилем. Да, вон душ, там буфе у нас. Угу. Так, Алекс, ну что? Ну что, попробуем, что нам принесли. Что нам тут принесли, я не знаю. Это все шпайзи, да? Я что это типа? Я типа рыба, как это. Как это сказать? Покишачу. Знаешь, что это? Ну как кингу пишешь. Это что? Кальмари. Кальмари. Макаешь это кальмари. Любой соус. Макаешь этот кальмарик, какой-нибудь соус, и с лепешечкой, лепешечка тоже отсутствует. Пачечка будет. Вот такое форшпайзе у нас. Еще там буфе у нас. Как? Вкусно. Гениза. Нет, ты что не макаешь, это специально для рыбы. Вот, макаешь. Лепёшечка тебе, да? Да. Может, кто это беду? Я не застану. Я достану. Я томил. Такие лепёшечки. Гибкие у нас. Даже вот масло. Это масло, да? А это типа кускус с этими гирюзами. Это кускус. Да? Это типа, знаешь, как мне напоминает арабские... Как вот, национальные блюда. Вот это все кускус, вот эти. Они любят такое, с лепешечкой что-нибудь раз намазал, съел. Ну, в принципе, неплохо. Вкусно. Что? Радок. Мама, уже что, тарелки берем? Говори. В очереди берем стоим. Тарелки. Держи. Где? Тут суп тоже есть даже. Суп мы не будем брать. Лентин суп. Что за суп? Я не знаю, что такое. Не знаю. Супчик какой-то. Пойдет все? Пойдет, пойдет все. Много не хочу, я уже наелась. Гемюзы можно чуть-чуть. Только тоже чуть-чуть. Друг наш. Так, смотри, эти гемюзы. Гемюзы немножко. Ты можешь рядом ложить мне. Да? Да. А вот такие будешь гемюзы? Не, это не буду я. Не знаю, что это картошка. Да, я маленький. Нет, не буду я. Не будешь? А-а. А вот такое? Потата в форме. Нет. Запеченная. Это гуляш. А, май фрой. Ое. Открой, шау, открой. Шау. Это что, лам? Лам, баран? Лам, фрэнс, окей. Алло? Лам. Лам, окей, сори, гуд. Thank you. Thank you, dear. О, ой, е.
Данке. Это фиш запеченная. Я тоже не хочу пока что. Вам котлетку. Хочешь? Я тоже не хочу. Давай. Это шашлык. Hello. Видео. Yes. Вас создал шашлык? This one lamb chops. Okay. Okay. Lamb chops. And this one is chicken. Ah, шашлык. Есть тут? Yeah. This one lamb. A lamb? Lamb kebab. Oh, yeah. Maybe I can... No, steak. Bizu? Yeah. Okay. Kebab. Kebab, oh, super. Okay, thank you. Enjoy, sir. Thank you. Наш столик. На свой место. Подвинь мой хенди, чуть-чуть. Подвинь. Дай-ка, да? Нет, нет. Ничего у нас тут получилось? Ничего получилось. Вот такое небольшое ассорти. Мы не хотим налопываться, потому что уже наелись. Ты себе наклал тоже, да, и баранину, и да, кебаб. Это вот этот, как его? Ля-ля кебаб? Ля-ля кебаб. Фарш, да? Такой? Фарш, да. Грилится. Это как чувак-чичи, типа чувак-чичи. Только на египетский лад. Вот. Интересно, да. Ну, сейчас давай. Попробуем. Пробуй. Пробуй, да? Это я поснимаю. Так, ну-ка. Вот это мне нравится. Ну-ка сейчас попробуем. Вот видите, сюда вкус шашлыка. Ну, перемолотый фарш. Очень вкусно. Рекомендую. Ну что, Мария? Ну все, приступим. Давай. Финики сделали, но это печеное такое. Печеные финики. Вкусно. Юбка крутить. Юбка крутить будет сейчас. Половина тебе уже. А я мне, сладкая, блин, не люблю. А мне доедать это все, да? Давай. Yeah.
море, отдыхает. Давай. Понравилось тебе? Весь мокрый. Школа закончилась наша вечерняя, так сказать, релакс, вечеринка. Вот так называется это, сансет. Да. Он только с 10 до 5 открыт. Ну, у нас экстра было. Экстра, вот это у них вечер такой. Впечатление так не понравилось. Кормили вкусно, сытно, но это было все, так сказать, местная еда. Там и ламфляш, это баранина, рис, все такое. Ну, так неплохо было. Пойдет. Ну, чтобы особенно вот что-нибудь такое, я бы не наблюдал. Недолго это все длилось, а 2 часа. Да, ну, потянули резину немножко, полчаса там, это... Ну, пойдет. Пойдет так, чисто развлечения для... Да, чисто что-нибудь другое посмотреть. Так что, если желание есть, пожалуйста, пробуйте. Ну, да. Ну, а мы прощаемся, до следующего раза с вами. Давайте, удачи вам. Подписывайтесь на наш канал. Счастливо, до новых встреч. Пока. Okay.